Новая жизнь. Поехали. В 90-е он создал свое эзотерическое учение. В нулевые основал новую психологическую науку. За что арестован русский Кастанеда? Психологический триллер из города Иваново. Смотрите в репортаже Родиона Чепеля. Я просто не понимаю, как это будет выглядеть потом. Там. Сегодня. А давай, давай дублик еще давай. Сделаем. Еще более так, знаешь, драматично. Да, так вообще прям. В 90-е ну. Он создал свое эзотерическое учение. Переписал три. И чуть-чуть переписал еще три. Поэтому, в принципе, давай все перечитаем, просто чтобы было один голос. И бубнёж Клишин еще был тоже. Я не могу их сделать тише, они там. А ты можешь? Да я их, их там просто очень много людей не сразу. Ты решил не идти против всех? Ну да, как все, ладно, попробуем. Не, я могу ворваться туда. Ворваться? Да, и сказать пшш. Ну попробуй. Поднимем звук, и получается, что мы вас пишем. Его добили. А с какой минуты вы нас пишете? Главный герой, якобы колдун и создатель секты Александр Шевцов. На кадрах оперативной съемки 60-летнего профессора заковывают в наручники. В пестром ворохе газетных статей и телевизионных сюжетов утонет вот этот скромный пресс-релиз ФСБ. Ребята, очень шумно, мы пишем репортаж. Вот так, как уже лучше, спасибо. Видео у нас все готово? Не, у нас, как обычно, ничего не готово, но... Да нет, сейчас все будет. А бывало и хуже. Смотрите, у нас, короче, он должен пойти не в 10, а в 15. Может быть, тогда не надо его презентовать? Ты думаешь, почему я пиджак одел? А. Ты уже casual мой такой? А, я думал, что неудобно. Ты уже рассказал все. Нет. Все еще будет, да? Защита репортажа. Да-да-да. Защита. Мой экзамен. И все. Да? Да. И закончу. Да. Хорошо, сколько времени? 10 минут. О, да. Пора выгоняться? Да. Да, надо это выгнать на YouTube. Да, я знаю почту их. И копию Перпилову. Ну да. Да. Может, мне лучше написать? Потому что я... Ну, если тебе проще, давай ты напишешь. Хорошо, давай. И в копию Перпилову. Сейчас он упадет в NGS, в input. Да. Шер закидывается в два раза быстрее, чем в input эфирный. Это подстава вообще, я считаю. Он ближе. Ближе к сердцу. Паша, послушай меня, важно. Да. После рекламы ты подходишь к Горбачеву. Слушай, полторы минуты, его синхрон. И у нас нет времени показать Горбунову и нет времени показать Бур, потому что у нас Родник и Новая жизнь. Поэтому после Горбачева ты снова уходишь на рекламу, возвращаешься с Родником, подходишь к репортажу. Вот там, да? Да. Слушай, репортажу и прощай. Там же репортажу и прощаешься, потому что это главное взять в стык. Да, горячие. Ты понял меня, да? Я подвожусь к репортажу. Не прощаюсь. Но я с Родиком подвожусь. С Родиком подвожусь к репортажу и прощаюсь. Ну так, в принципе, ничего, все вместе. Все прекрасно. Родик, какой-то красивый. Ты Кирилл это видел? Дождь. Все только начинается.